Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kale, 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 Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhute. Kale, kale, shwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kale, kale, kaleshwaraya, shiva, shiva, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Unai varane yenai varane unnil ennai kande.
Намаскарам. Намаскарам всем. Число смертей из-за вируса увеличивается, особенно в некоторых странах. США преодолели отметку в 50 тысяч, в Италии — более 25 тысяч, в Испании и Франции — более 20 тысяч, в Великобритании — около 20 тысяч, почти 200 тысяч смертей в мире. В Индии 23 случая, 718 смертей, 37 из них за последние 24 часа. Но, к счастью, в Индии распространение вируса ограничено территориально. Лишь некоторые города немного вышли из-под контроля, например, Мумбаи. Но большая часть страны полностью свободна от вируса. Все это благодаря строгим мерам самоизоляции, которые поддержало население. И теперь это приносит результаты. В то же время режим самоизоляции неизбежно приводит к потерям другого рода, к сопутствующему ущербу, который трудно предугадать. Почти 2 или 3 недели назад я говорил, что мы должны позаботиться об этом тоже. Теперь проблемы накопились, и все заговорили об этом. О том, что существуют и другие болезни, другие заболевания. Есть люди, которым нужен диализ, есть люди, которые нуждаются в химиотерапии и которую нельзя откладывать. Раковые больные, люди с сердечными заболеваниями, требующие различных операций. К сожалению, все эти люди в настоящий момент не получают должного внимания, потому что все сконцентрированы на вирусе. Таким образом, из-за него возникает определенное количество побочного ущерба. Здесь, в центре Йогиши, случился неприятный сюрприз. Один очень знаковый элемент, который жил с нами, Байрова, замечательный бык, который жил с нами много лет, сегодня погиб. Не от какой-то серьезной болезни. Несколько дней назад у него обнаружили небольшую трещину в лодыжке. Но поскольку операции не проводятся, ветеринарные клиники не работают, и врачи не приезжают на вызов, травма усугубилась и в итоге превратилась в нечто серьезное. И сегодня утром он умер. Я думаю, что изображение Байрова есть на экране, чтобы все могли их увидеть. Он был грандиозной жизнью. Он был с нами и, конечно, подобные случаи происходят во всем мире, с людьми, с животными, со всеми. Но сейчас все внимание на вирусе. Так и должно быть. Не то чтобы мы жаловались на это. Но такой побочный ущерб может увеличиваться. Амбулаторные отделения больниц не работают уже несколько недель подряд. Незначительные недомогания могут в итоге стать роковыми для большого количества людей. Незначительное недомогание, которое можно было бы легко вылечить. Такие проблемы могут стать очень сложными. И в то же время, если кто-то не заразился вирусом, есть другая проблема. Люди не решаются пойти в больницу, потому что это может стать для них источником инфекции. Люди знают об этом и боятся этого. Таким образом, он действует на разных уровнях. Но в то же время, во многом в Индии, мы постепенно выходим вперед во многих частях страны.
Есть несколько точек распространения. В данный момент все силы направлены на то, чтобы изолировать их. Так, чтобы оставшаяся часть страны могла вернуться к нормальной жизни. Такой план на сегодняшний день. И сейчас идет поиск эффективных решений. Если вы еще не знаете, на следующие 4 дня в Коимбатуре и Сейлеме введен комендантский час. Думаю, также в Тируппуре и Ченнай. В общем, 4-5 городов Тамилнада. Это не карантин, это комендантский час, когда вы не имеете права выходить. Не просто оставаться дома, но вы просто не можете выйти. Комендантский час значит, не то чтобы они начали так делать, но представители правопорядка имеют право стрелять в нарушителей комендантского часа. Конечно, до такого доводить не будут, но я хочу сказать, что это настолько серьезно. Цель таких мер — заставить всех не покидать свои дома принудительно на 4 дня. Все обязаны оставаться дома и не могут выходить ни под каким предлогом, поскольку все думали, что будет ослабление карантина, но все обернулось по-другому. Я считаю это мудрым решением. Я благодарен правительству штата Тамилнад за такие строгие меры. Они могут быть непопулярными среди некоторых слоев населения, но это правильный путь. Когда существует небольшая опасность распространения, нужно закрыть все полностью на какое-то время. Кто-то будет говорить о личных свободах, о свободе передвижения, но повсюду люди падают замертво. Конечно, у нас есть свобода выбрать смерть. Это очень важно. Как мы будем себя вести, когда частично снимут карантин? Каждый человек повлияет не только на курс своей жизни, но и на курс жизни всей нации и, возможно, жизни всего мира. Вот к чему мы пришли. Становится известно все больше фактов о самом вирусе. И эти факты говорят о все больших сложностях. Но во многом Индия, как нация, вышла в лидеры. Есть слабые места, которые сейчас пытаются укрепить, но в основном мы впереди всех. Если у нас получится продержаться на таком же уровне еще пару месяцев, я считаю, что мы преодолеем самую большую проблему. И у нас нет холодных зим. Потому что в тех местах, где холодные зимы, ожидают вторую волну. Говорят, что в Соединенных Штатах точно будет вторая волна. Возможно, что вирус вернется и в Китай. Сейчас все опасаются, что придет вторая волна, и она будет сильнее, чем первая. Но считают, что в Индии второй волны не будет. Так что в этом смысле перспективы позитивные. Но все будут ограничены. Если всего лишь в одной стране все будет плохо, весь мир будет жить в страхе, потому что даже если пара человек приедет откуда-то, этого будет достаточно. Это словно новая эра. Мы должны приложить все усилия, чтобы быть более изобретательными. Найти лучшее в нас прямо сейчас, потому что мы должны понять, как мы можем преодолеть эту ситуацию. Потому что эта ситуация не маленькая капля. Эта ситуация намного больше бассейн, который мы должны пересечь. Намаскарам, Садхгуру. Это Сиддхарт из Пуне. У меня есть горящий вопрос. Может ли благость гуру и полная преданность Шиве растворить карму? Я думал, что мы рассмотрели это за последние несколько дней. Давай разберемся в словах, которые ты используешь. Гуру — одно слово, благость — другое, преданность — третья, Шива — четвертая. 4 бомбы.
Чтобы взорвать тебя, не нужны все четыре, хватит и одной. Либо у тебя есть преданность, либо тебя коснулся Шива, либо Гуру, либо благость. Одного хватит, тебе не нужны все четыре. Ты не кот. Если бы ты был котом, чтобы застрелить тебя, потребовалось бы 9 пуль. Достаточно одной. Проблема в том, что ты, наверное, прыгаешь от одного к другому. Ты думаешь, что это как игра на пианино. Каждый день. Один день одно, другой день другое. Так это не работает. Одного из этого достаточно. Случится ли то, случится ли это, если я делаю это, случится ли то, это исходит из определенного настроя. Ты спрашиваешь меня, освободит ли меня преданность Шиве? Если я скажу «да», сегодня ты пойдешь домой и станешь преданным. Думаешь, это возможно? Преданность возникает не как практика. Когда ты ясно осознаешь, не на вере, ты ясно познаешь на опыте нечто большее, чем ты сам, что-то намного большее, чем ты. Постепенно ты становишься преданным. Это становится естественным. Не культивированная преданность. Культивированная преданность — это то, что ты разыгрываешь. Я всегда пытаюсь напоминать людям. Большинство людей в центре йоги Иша, вы можете видеть, что в каждом их шаге есть некое чувство преданности. Но некоторые... Сейчас я езжу на бесшумной электрической машине. Но раньше я ездил на автомобиле с дизельным двигателем. Тихим его не назовешь. Но даже если я еду прямо за ними, они продолжают идти. Они слышат, что за ними какая-то машина, но все же продолжают идти. Потом кто-нибудь говорит, «Там Садхгуру, это Садхгуру!» Они отпрыгивают в сторону и делают так. В вашей жизни такое не сработает, просто знайте это. Вот почему я сказал, если думаешь, что предан Садхгуру, или Шиве, или еще кому-то, неважно кому, ты должен видеть его во всем. Ты должен видеть Садхгуру в каждом. В мужчине, женщине, ребенке, корове. В ашраме нет ослов, иначе в осле тоже. Когда ты смотришь на все с одинаковой преданностью, тогда ты преданный. Будет ли это работать? Безусловно. Но ты подбрасываешь в воздух четыре варианта и спрашиваешь, в который мне стрелять, Садхгуру. Один мужчина пошел к офтальмологу. И после осмотра врач выписал ему рецепт на очки. Мужчина спросил, «Доктор, а смогу ли я читать после того, как получу очки?» Доктор сказал, «Конечно. Конечно, вы сможете читать». Мужчина сказал, «Это просто здорово, ведь за всю жизнь я так и не научился читать». Твоя преданность такая же. Если я скажу тебе сейчас, что благость Гуру освободит тебя от кармы, ты начнешь ходить вот так. Гуру, гуру, гуру. Для многих людей имя Бога, что бы они ни произносили, вы думаете, люди все время произносят имя Бога с абсолютной преданностью. Они произносят его в раздражении, гневе, ненависти, обиде. Имя Бога даже превратилось в боевой клич. Большую часть времени
Я бы сказал, от 98 до 99% времени, во что бы люди не верили, имена их богов не произносятся в полной преданности. Наверное, только 1 или 2% людей произносят их с преданностью. Все остальные произносят их, когда для них это «Сим-Сим, откройся». Это мантра, чтобы получить что-то. Вот о чем ты спрашиваешь. Будет ли вот это, вот эти четыре элемента? Садхгуру, какую пулю мне выбрать, чтобы застрелить мою карму? Это станет большой кармой. Застрелить Шиву или твоего гуру — это будет большой кармой. Это не освободит тебя от кармы, а только еще больше запутает. Садхгуру, ты никогда не даешь прямого ответа, ты только все усложняешь. Не я, а ты. Говорю тебе, одной пули в голову хватит. Ты говоришь, есть четыре пули, куда мне стрелять? Так не бывает. Хватит одной. Любой из них. Сколько раз в этой жизни ты будешь избавляться от кармы? Я хочу, чтобы ты понял, пока ты сидишь здесь и дышишь. Эта машина работает, эта машина тоже работает. Это уже сама по себе карма. Пока вы живете, вы растворяете карму и получаете новую. Это происходит все время. Находиться в таком состоянии «я хочу избавиться от всей кармы, я хочу избавиться от всей кармы» — это сама по себе одна большая карма. Вы должны прийти к некоторому чувству отречения. Потому что вы не собираетесь избавляться от своей кармы снова и снова. Такого не будет. Это как дыхание. Если вы вдыхаете, вы должны выдохнуть. Если выдыхаете, должны вдохнуть. Как-то раз Шанкаран Пиллай отправился в круиз впервые в жизни. Он оказался на большом круизном корабле. Он в первый раз в море, и поэтому немного нервничает. Даже на больших кораблях, многих людей постоянно тошнит, потому что корабль немного покачивается. Он пошел к капитану и спросил. Он немного нервничал из-за всего этого, потому что выход в океан на корабле — это… Он спросил капитана корабля. Как часто тонут корабли такого размера? Капитан посмотрел на него и ответил, «Такие, как наш, только один раз». Вам нужно утонуть только один раз. Вам не нужно проделывать это постоянно. Если вы создадите дистанцию с машиной, которая производит новую карму, то есть просто с вашим телом и психологическим процессом, все закончится. Жизнь бросает вас все подряд. Ну и что? К вам ничего не пристает. Карма означает следующее. Чтобы жить здесь, вам необходимо соприкасаться с чем-то. Вы не можете жить ни с чем, не соприкасаясь. Визуально, посредством слуха. Сейчас вы, может, и не отправитесь на охоту за птицами. Но птицы в некотором роде затрагивают вас своими вечерними заботами, своими делами. Как вы думаете, что они говорят? Йога, йога? Нет. Что-то свое. Поскольку они ничего не знают о вирусе, они смотрят на вас сверху вниз и думают, с каких это пор эти идиоты стали такими разумными? Сидят тихо, ходят очень аккуратно, никто не гоняет туда-сюда. Они сидят там и обсуждают, идут целые дебаты.
С каких это пор эти дураки стали настолько разумными? Они такими и останутся, или потом снова начнут вытворять свою чепуху? Вот о чем они спорят. Так что вы соприкасаетесь с птицами, со всем, что вы видите, с чем бы вы ни соприкасались. Ни одна жизнь не существует, не соприкасаясь с миллионом вещей ежедневно. Теперь, предположим, мы покроем вас... Я просто пытаюсь не упомянуть бренд. Анабонд. Это бренд. Я вспомнил его, потому что я что-то делал, и он все еще остается на моей руке, никак не отстает. Анабонд. Это как суперклей. Я взял совсем чуть-чуть, а он растекся по всей руке. И эта чертова штука не смывается. Похоже, он слезет только вместе с моей кожей. Предположим, вы были бы покрыты таким суперклеем с головы до ног. Посмотрим, какими вы станете через 24 часа. Да? Черти чем. Потому что к вам бы все прилипало. Это и есть карма. Так что все в мире, к чему бы вы ни прикасались, будет прилипать к вам. Когда к вам все прилипает? Сначала, когда к вам прилипает что-то, вы думаете, это богатство, это отношения, это брак. Так вы думали, когда к вам прилипало что-то новое. Но затем, когда к вам прилипло слишком много всего, вы начали замечать, что постепенно лицо начало вытягиваться. Вы становитесь смертельно серьезными. Это значит, что либо вы сами идете к могиле, либо приглашаете могилу прийти к вам. Происходит что-то из этого. Вы, может, и не думаете об этом, но как частичка жизни вы начинаете практиковать смерть. Происходит акклиматизация к смерти. Да? Вот почему мы говорим «смертельно серьезный». Значит, вы акклиматизируетесь к смерти. Почему? Потому что к вам прилипает слишком много всего. Огромная куча. Вы пытаетесь тащить на себе эту кучу и ходить с ней повсюду. Я просто хочу, чтобы вы подумали об этом. Все, с чем вы себя отождествили, прилипло к вам. Предположим, вы пошли на работу, и вы очень гордитесь ей, и она вам так нравится. И вот вы уселись там, стул прилип к вам. Вы прикасаетесь к столу, к вам прилип и стол, прикасаетесь к компьютеру, к вам прилип и компьютер. Просто представьте себе, какими вы будете на следующий день. В одночасье вы превратитесь в гору вещей. Вот что сейчас и происходит. Поэтому дело не в том, что, может, сокрушим эту гору и избавимся от кармы. Нет. Преданность, благость, гуру, Шива — все это растворители. Не для кармы. Для клея. Мы не заинтересованы в том, чтобы обнулять вашу карму. Просто растворить клей, и она отпадет сама. Но сейчас, когда карма начинает от вас отклеиваться, вы начинаете, «Ну вот это мне нравится, пусть оно ко мне прилипнет, а это пусть уйдет». И снова клей на месте. Клей неразборчив, как и вирус. Он не разбирает, что ему попадается, склеивает все подряд. Вот и все. Поэтому нам просто нужно растворить клей. Нам не нужно растворять карму. Если вы растворите клей, карма отпадет сама. В следующий раз, когда вы пойдете и сядете в своем офисе, стул вернется на свое место. Я просто хочу, чтобы вы это представили. Вы ходите с приклеенными к вам стульями, компьютеры висят у вас на пальцах. Именно это сейчас и происходит. Люди тащат у себя на голове работу, семью, свой мир, богатство. Это некрасиво. Но что поделать? Если вы тащите на себе очень много, то в обществе некоторые люди скажут, «Ух ты, какой он успешный! Он несет у себя на голове целую гору». Вот что мы сделаем, чтобы вы все поняли. Я заказал 25-килограммовый слиток золота. Золото. Не смейтесь, это же чистое золото. Но вам нужно носить его на голове. Мы поможем вам его закрепить. 25-килограммовый слиток золота. Люди будут говорить, «О, какой богатый человек!»
Походите так немного и поймете, в чем проблема. Так что не думайте, что же поможет в этом, что же поможет. Вам просто нужно знать, как сидеть здесь, словно вы только что родились. С интеллектом взрослого человека, со взрослым телом, у которого есть свои проблемы. Но вы можете сидеть здесь, как будто вы только что родились. Когда я говорю «только что родились», это значит новорожденный, который даже глаза еще не открыл. Потому что даже этот маленький человек, как только он откроет глаза, у него будет что-то свое. Если вы можете сидеть здесь, как будто только что родились, если вы можете сидеть точно так же, с интеллектом и телом взрослого человека, но при этом ни к чему не приклеиваться, просто сидеть. Если вы можете так сидеть, тогда это все. Вот как меня хотели поймать на слове. «Садхгуру, вы сказали, что если мы можем просто посидеть с тобой одно мгновение, ты освободишь нас. Но сейчас ты отказываешься от своего слова». 3 дня назад подняли такой вопрос. Я сказал, если вы просто посидите со мной, вы забываете слово «просто». Мы сидели. Да, вы сидели здесь. Ну и что? Делать все немного более внимательно. Немного более бдительно. Или с абсолютным отстранением. Бдительность означает, что вы можете прийти к этому постепенно. Если это вопрос осознанности, вы можете постепенно вырасти до нее. Не то чтобы вы становились более осознанными. Это не так. Вы становитесь более бдительными. Достаточно бдительными, чтобы однажды заметить, что осознанность — это природа вашего существования. Другой способ — прийти к полному отречению. Раз уж ты заговорил о преданности Шиве, это полное отречение. Это невозможно делать постепенно. Это одномоментный прыжок. Если тебе нужно прыгнуть во что-то таким образом, тебе нужно быть либо сумасшедшим, либо абсолютно бесстрашным. Поскольку абсолютно бесстрашных людей нет, тебе нужно быть сумасшедшим. Иначе ты не станешь чистым. Потому что даже... Знаете, для людей в ашраме это не такая большая проблема. Мужчины могут бриться раз в 5 дней, 6 дней или раз в месяц. Знаете, разные люди находятся на разных стадиях. Я, можно сказать, освобожден. Но если вы хотите чисто побриться, вам придется сделать много всего. Был такой случай в Теннесси. Один человек пришел к парикмахеру и сказал: «Знаете, я получил новую работу, и очень важно, чтобы я был по-настоящему чисто выбрит. Вот поэтому я пришел сюда». Парикмахер сказал: «Не вопрос». Дал ему мяч для гольфа и сказал: «Засунь его в рот, за одну щеку. Держи так, и я смогу побриться с этой стороны абсолютно чисто, а затем также и с другой стороны». Таким образом, вы знаете эту позу в парикмахерской, в кресле, удерживая мяч таким образом. Он побрился, получилось действительно чисто. После этого он сказал: «В какой-то момент я чуть не проглотил этот мяч. Предположим, я бы его проглотил. Что тогда?» Парикмахер сказал: «Никаких проблем, так же, как и все остальные, вернул бы его через 2 дня». Это карма. Продолжает возвращаться. Вы повторяете одну и ту же ерунду. Как долго вы будете это делать? Одного мяча для гольфа достаточно, чтобы побрить 100 человек. Это происходит не из-за деятельности, не из-за людей, не из-за мира, не из-за вируса. Это происходит потому, что вы вымазаны клеем. Итак, 4 растворителя. Любой из них хорош. Погрузись полностью либо в преданность, либо в благость,
либо в Гуру, либо в Шиву. Просто погрузи себя полностью в любой из них. Растворитель исчезнет. И что же такое карма после этого? Ее просто не будет. Еще немного времени, пожалуйста. Следующий вопрос от Экты Агарвал. Пожалуйста, дайте наставление женщинам Индии, которые имеют дело с ленивыми партнерами, упрямыми родителями и скучающими детьми. Как жить всем вместе с состраданием среди всего этого хаоса, когда объем работы по дому вырос, а профессиональная идентичность исчезла? Тебе очень повезло. У тебя ленивый партнер. Очень активный мужчина, который 24 часа находится дома. Это как слон в посудной лавке. Твой партнер ленив. Тебе очень повезло. Потому что он либо спит, либо смотрит телевизор. Что-то в таком духе. Если бы он был очень активным, возникла бы целая куча проблем. Твое представление о более активном партнере в том, что он придет на кухню, помоет посуду, подметет пол. Подобные очень милые мужчины бывают. Но большинство не такие. Я не говорю, что мытье посуды и уборка дома — это женская работа. Нет. Но мужчина не против жить в грязи. Женщина хочет, чтобы все было чисто, поэтому ей приходится все чистить. Просто зайдите в холостяцкую берлогу и сами увидите, что там полный бардак. Он выйдет из душа и начнет: где мои трусы, где моя одежда? Здесь, в центре Йогиша, мы обучаем мужчин быть немного более дисциплинированными. Иначе таково мышление мужчины. Последние 40 лет я неустанно пытаюсь заставить людей аккуратно ставить свою обувь. Потому что это мужская привычка. Прийти, сбросить обувь, правая туфля там, левая здесь. Сейчас мы пробудили женское начало во всех мужчинах, по крайней мере, здесь. И на всех наших программах. Все они аккуратно расставляют свою обувь. Обычно они ее разбрасывают. И поскольку женщина не может вынести этого, она собирает и ставит ее как надо. Как-то раз Шанкаран Пилай, нет, не как-то раз, сейчас, в эпоху вируса, потому что это время запомнится как эпоха вируса. В это вирусное время Шанкаран Пилай припарковал свою машину у аварийного входа в больницу, на полосе для спецтранспорта. К нему подходят полицейские и спрашивают: «Что это значит?» Он говорит: «Ну там же написано, можно парковать». Вот как он это понимает. Штраф за парковку — можно парковать. А какие качества у детей? Упрямые родители и скучающие дети. Понятно. Упрямые родители, скучающие дети. Что ж, такова семья, которую создали мы. И если вы теряете отождествление со своей работой, на самом деле это хорошо на некоторое время, если только вы не работаете из дома. Важно понимать, что
Это лучшее время, если вы хотите изменить свою семью. Какими бы они ни были. Они упрямы, им скучно, они ленивы, гиперактивны, бестолковы. Какими бы они ни были, разные люди ведут себя по-разному. Но теперь они в плену у вас дома. Если вы хотите изменить их, это лучшее время. Потому что как только они выйдут, они станут недоступны. Каким бы способом вы ни хотели их трансформировать, если вы хотите попробовать, нет лучшего времени, чем эпоха вируса, потому что они все застряли дома. Им некуда деваться. Если вы скажете им 10 вещей, по крайней мере, пару из них им придется сделать. Они не смогут просто игнорировать это. Какими бы упрямыми или ленивыми они ни были, или как скучно им бы ни было, если вы скажете 10 вещей, как минимум 2 вещи им придется сделать. Иначе, насколько я понимаю, за еду в доме отвечаете вы. Судя по тому, как вы описываете ситуацию, очевидно, что никто из них не готовит. Это делаете только вы. Приготовление пищи в ваших руках. Поэтому вы можете с легкостью этого добиться. Все, что нужно сделать, это во время ужина. Хотя сегодня уже поздно, вы уже приготовили еду. На следующее утро во время завтрака скажите им, в то время, когда они проголодаются и попросят накормить их, в этом они не будут лениться. Они все придут на завтрак. Сядьте вместе с ними. При необходимости спойте «Асатома Садгамая» или спойте какую-нибудь песню, если умеете петь. Но при этом никакого завтрака. Мы все счастливы и находимся вместе. Какая тогда разница? Есть завтрак или нет завтрака, какая разница? Расскажите им, что не имеет значения. В конце концов, мы же все вместе. Быть семьей значит быть вместе. А не мыть посуду и убираться в доме. Смысл семьи же не в этом. Быть семьей значит быть вместе, посылать друг другу воздушные поцелуи. Тогда они поймут, что значит быть семьей, что нужно мыть посуду, мыть пол, убирать паутину, выносить мусор. Вот что значит быть семьей. А если при этом у вас также получается посылать воздушные поцелуи, когда вы вносите мусор, то у вас все отлично. Но если не получается, просто делайте то, что необходимо, потому что это важная составляющая семьи — это организация. Это организация, где людям нужно есть, нужно жить. А людям нужно жить — это означает, что сначала нужно сделать некоторые вещи. А уже после этого будет иметь значение то, какие вы милые и чудесные. Хорошо бы вам это понять. Итак, когда утром позовете их на завтрак, процитируйте им шлоку или спойте песню или что-нибудь, что вы умеете, и скажите им, «Мы самая замечательная семья. Давайте наполнять нашу жизнь любовью, держаться за руки. А завтрак подождет. Такие мелочи нас не касаются». Тогда ленивые и упрямые исправятся, а те, кому скучно, проявят интерес. Все наладится. Не думайте, что семья — это один большой любовный роман. Нет. Нужно уметь ей искусно управлять. Вы можете управлять ей с любовью — это другое дело. Но ее управление требует больших усилий. В противном случае, без разумного управления ситуацией, никакие отношения не выдержат. Это очень важно. Йога, йога, йогешварая, бхута, бхута, бхутешварая, кале, кале, калешварая, шива, шива, сарвешварая, шамбха,
Шамбха Маха.